и был я в свою квартиру, значит. Так, у меня есть дерево, коленоскоп, то есть подзорная труба, да. Так, автобусы стоят, ну, я думаю, я их скоро сломаю все, потому что они не нужны жителям этого города. И сейчас я иду в свою квартиру. Так, квартира у меня четырехкомнатная, на... Это же девятиэтажный дом, да, или десятиэтажный, не знаю, я не считал, сколько тут этажей. Но квартира у меня на самом последнем этаже. Четырехкомнатная. Больше в поселке Кратовск квартиры нету. Больше четырехкомнат. Так, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Так, и вот это, да, да, вот эта квартира у меня. Так, или нет, это не моя квартира. Или там, или наоборот. А, нет, погодите, вот это же моя квартира. Да, вот это моя квартира. У меня 1, 2, 3, 4 комнаты. Вот. Меня тут ничего не обустраивало уже вообще. Вот такой вот вид из окна открывается, кстати. На весь город. То есть поселок. Вон там вдалеке можно, можно разглядеть магазин светофор. Тут какие-то домики. Старые домики, автобус, сломанный, который сломанный автобус там стоит, и нафиг он мне нужен, но не настоящий. Свечка у меня есть. И я знаю, как быстро спуститься. Или я не знаю, нет, я не смогу быстро. Быстрее, блин. Отжимайте время. Блин. Это единственный 10-этажный дом в городе, хотя нет, еще один есть, но он в Припятской серии такой, другой дом, и там темно в нем. Тут старая надпись РСФСР какая-то. А, не хочу идти по этому товару старому. Сейчас я быстро полечу, вот это главная улица, Колхозная называется. Вот там небольшой торговый центр, старая школа, то есть Цалик. Или школа, не знаю. Вот. Девятиэтажка еще одна. Она без света, там темно внутри. Тут я аренда помещений ведется. На этот вот номер. Ну, одно помещение я уже выкупили. Открыли здесь магазин ДНС. Тоже ДНС. Маленький магазин вот такой вот. Товар еще не привезли никакой. Вот. Пока-то что он не работает. Так, а вот солнышко светит. Так, здесь магазин Равис.